стал членом Совета каскадеров, единственная женщина-актриса, которая во всех фильмах все трюки исполняла сама. Это я. И... В «Орленке» я была уже очень много раз. Наверное, раз 10, может быть, даже 15. В прошлом году, нет, 2 года назад я была здесь, получила приз за лучшую женскую роль. В картине я сыграла колдунью, и для меня это тоже было очень важно, потому что именно на этом фестивале, на таком моем любимом, вот отметили мою работу актерскую тоже. Сейчас же позову к себе охотника. Первое впечатление об этой актрисе у меня были очень... яркими, потому что ее улыбка запала мне в душу, и она очень красиво говорит, что тоже очень мне нравится. Я из Москвы, есть кто-то из Москвы? Откуда говорите город? Для меня это, честно говоря, такой, можно сказать, шок. Это вообще впечатление встретить человека такого, который добился каких-то высот в другой какой-то деятельности. Ну, например, я хотела бы добиться каких-то высот в журналистике или, например, стать летчиком. Я еще даже не выбрала, честно говоря. Но я считаю, что это встреча с такими людьми дает большой, как сказать, выбор, наверное, и показывает, какие высоты может добиться человек. Я им, конечно, рассказываю о своем труде, о том, чем я занимаюсь, рассказываю все плюсы и минусы, все трудности и радости. И они воспринимают это, они прям вот впитывают эту информацию. Может быть, кому-то она пригодится в жизни. И для меня это всегда большая ответственность выходить на сцену, где сидят, возможно, слушателями, которые являются мои будущие коллеги, возможно. У них можно поучиться, ну, вот этой скорости 21 века, вот их уверенности в жизни, и то, в принципе, что они не такие, как мы. Ну, мы более семейные, более какие-то такие инфантильные, что ли, в хорошем смысле слова. Они уже рождаются взрослыми.